Герой Советского Союза Валентина Терешкова отметила 80-летний юбилей. Поздравления в ее адрес поступили со всего мира. Теплые слова прозвучали даже с Международной космической станции. Поздравили юбиляршу и в Мирном. Северный привет Валентине Терешковой отправили учащиеся и студенты образовательных учреждений города. Они запустили в небо цветные шары с портретом женщины-космонавта. Инициатором акции стал молодежный парламент Мирного. В 1963 году Валентина Терешкова отправилась в космос на корабле «Восток» и провела там трое суток. За это время совершила 48 полных оборотов вокруг Земли. Терешкова остается единственной женщиной-космонавтом, которая самостоятельно пилотировала корабль. Сейчас она ведет активную деятельность в качестве депутата Госдумы. Ребята узнали сегодня какие-то новые факты. Биография Валентины Владимировны, она очень интересная, богатая событиями. Плюс всегда полезно вспоминать, что и в нашем прошлом, и настоящем есть люди, на которых мы можем равняться, и которыми мы можем гордиться.